К другим темам. Пополнять баланс карт ТТС стало проще. Раньше процесс состоял из нескольких этапов. Зачислить деньги можно было через терминалы на остановках или пополнить через банковское приложение с телефона. Но во втором случае все равно необходимо было приложить карту к инфокиоску для зачисления средств. Теперь этот процесс проходит прямо в автобусе через терминал кондуктора. Вы просто совершаете поездку, которую хотели совершить, и во время оплаты проезда первая операция будет производиться по зачислению тех денег, которые вы перевели. Во время оплаты прям будут зачисляться деньги, никаких дополнительных действий, кроме вот перевода денег на диване, больше не требуется. Однако специалисты предупреждают, что с момента перевода денег на карту ТТС до их зачисления может пройти до 30 минут.